будут запрещены в соле. Ребят, я же сказал, у нас есть акт, это же отмечено, что разрешено дальше нечего, а полное обследование после съемопалки или физической съемки. Ну, на все принесли. А так они разрешили, министр разрешил дальнейшее производство работ. Он считает, что посадочная трещина и плохой уход за бетоном. То есть недостаточно. Уход ваш был. Акт вы же подписывали. Нет, акт подписали, но мы же не знаем дальше, какие действия. Действие дальше, вам разрешено. Разберем опалубку и потом будет ясно. А если они сквозные, значит будем лечить. Если не сквозные, ну я считаю, что быстро. Вы приняли у строймастера, все пойдет? Нет. А когда? По акту ничего не принимали. Все фактически. Фактически тоже. Вчера мы ходили, там показывали, есть этот самый вот по этой стене. Припуска не хватает, я Николай Павлович тоже показывал, и другие оставил. Здесь пропущены припуска по этой стене, несколько штук не хватает. И есть припуска, которые, ну это не страшно, как бы, да, без резьбы. Там привезем муфти, обожжем, нормально. А которые не пропущены, ну, придется, наверное, засверливаться и химическими ангерами. Ангериться. Есть место, где шаг грубо нарушается между припусками тоже, тоже показывал. А когда вы планируете принять все устройство? А сегодня планируем. Геодезия строительства до конца. Сегодня будем смотреть. Сегодня независимо будут их представители, не будут. Вот Сергей Иванович, комиссионных проектировщиков, тебя, комиссионных принятий все. И не возиться, не ждать. Ну, помечаем тогда сегодня. Мы вчера предварительный акт составили, у нас есть такой рабочий акт. Сегодня. Вот, берите, что надо подтвердить и все. Все посчитано. Система, Техноскоп, Дед Губенский и Зайцева. И сегодня принять все. Сделаем геодезическую съемку, положение выпусков и составим акт. Спасибо. Вопросы какие, как вы живете? Пятая. Пятая захватка. Когда будет одеваться? Пятую захватку мы планируем завтра залить, потому что сцены мы вчера получили в 8 часов вечера, к концу смены только. Сцены, ядра, опалубку демонтировали к 8 часам. Примеганы. Сам снимал палубку, я дал команду сам снимать. Без строймастера. Нет, нет, строймастер снимал сам, но мы тоже помогали. И стропольщиками помогали. И там погодные условия тоже не позволяли, просто попросили крановщицы, она пошла навстречу, и мы аккуратно сняли, поэтому так трудно все получилось. Просто сцену залили с опозданием, и вместо того, чтобы начать там. Лету 65 этажа 6 числа, с 6 по 13 число однозначно, даже здесь сомнений нету, что можно было залить. Значит, ставим эту захватку завтра, да? Ну, планируем завтра, да, будем надеяться, что это случится. Думаю, что 20-му вообще все свое. 20-му он должен свое все залить к концу. К 22-му, сегодня у нас 13 число. К 20-му сложно будет. Я буду стараться, конечно. Да. Я тебя. Ну, максимум сделаю. Тёща за столом постараюсь. И там тоже стараюсь. Вот 20-му число я предлагаю записать. Нет, ну давайте без протокола. У нас есть график. Если раньше залил, значит хорошо будет. Я еще раз говорю, зайдёшь ко мне в беседу. Так, еще у КМЖ какие вопросы? Сейчас вопросы рабочие. Там база, сейчас, секундочку. Давай. 10 числа начали армировать колонны без разбивки генезической. Совместными усилиями разбили. Не используют конструктора. Уже используют? Уже используют. А вы поднимите, Борис Павлович. Посмотрите, нет, пожалуйста. Ну, я подтверждаю, что конструктора используют. А можете, и шаблон тоже есть там. Шаблон. Вот третий Аполлон, 10 числа.
я поднимала буквально перед концом рабочего дня. Значит, идет три точки геодезические, стоят затопленные, значит, колонна готовая, зармирован, готовая уже заливку бетон, готовая стоит. Я говорю, вы понимаете, ну, как она у вас стоит правильно, как вы, где защитные слои, без понятия. Значит, давайте, честно, самое, покажите мне, как у вас будет стоять опал. Значит, бегали, не имел, ничего не могли найти. Только там чертили 50 сантиметров от колонны, нарисовали, значит, ту границу опалки, от которой нужно отнимать еще 50 сантиметров, как она встанет. Значит, нарисовать опалку, и вот мы здесь впечатление получали о том, что у них опалка встанет двояко. Значит, если мы поставим ее в проектном положении, то, значит, у нее будут недопустимые защитные слои. Значит, с одной стороны, вместо 7 будет 4 сантиметра, с другой стороны, допустим, вместо 7 будет 11 сантиметров. Значит, если мы ее поставим в соответствии с защитными слоями, то эта колонна съехала с своего проектного положения, она поменяла центр тяжести. Значит, получились недопустимые моменты. Значит, вот в таком состоянии у нас, это мы выборочно проверили, я просто заставила начертить, поэтому с геодезией никто из подрядчиков вообще не дружит. Вообще не дружит, кондукторов нет. Это то, что вы, завязанные стержни наверх, кондукторов нет, это значит, на следующем этаже это же безобразие будет продолжаться. Значит, у нас по одной грани колонны идет смещение одного края относительно другого порядка 50 сантиметров. Да это вообще нонсенс. И так по всем колоннам, и так идет из этажа в этаж. Я сразу просила писать протокол, чтобы кондукторы стояли. Это у нас скрытый вот такой промежуточный брак, то, что мы забетонируем, и у нас будет с вами красивый бетон. Это ни о чем, а то, что творится на промежутках, это будет. Это брак. У нас есть шаблон из панели. Я посмотрю, вот на три готовый шаблон делаю, что у нас там получилось. Они давай после завещания, пройди туда, посмотри. Я здесь сняли. Я глазами не увидел. Без согласования с геодезией заказчика никогда ничего. Мы делаем исполнительную съемку, эту исполнительную съемку либо подтверждает геодезия пересвета и заказчика, либо не подтверждает, если неправильно. Потом мы исправляем. И подпишите, Ирина Георгиевна. Потом она ко мне приходит, когда уже бетон готов. Мы подписываем, потом только бетон принимаем. А там вот сюда авторский надзор искал строймастер по второй захватке на ядре. Нашли? Все мы нашли решение, сидели там 6 часов в один день и строймастер. Потому что, знаете как, пропускают муфты, пропускают, значит, выпуски балки в ответственные. Значит, перекрытие, значит, идет плита перекрытия. Я видел, я вчера понимал. Арматура вообще голая подошла, она вышла из границ бетонной плиты. И дальше, где-то на протяжении метра или полтора, там ее защитный слой сантиметр. Как так можно работать? Как можно так оставлять запал? Нет, это простой мастер. Наши губы гнать, когда такой хаос идет. Подрядчиками на площадке творили, значит, идет постоянно какая-то вот такая нервозная губа. Между собой не страшно, как делись. Что-то кому-то сдал, неправильно принял. Вот это вот, не знаю, не совершенно такая ситуация. Друг друга матом посылает. Ну, это рабочий процесс. Да. Я на совещании. Нет, я по строймастеру информацию. Значит, мы сегодня за грубейшее нарушение производства работы остановили работу строймастера. И не начнем ее до той поры, пока все прорабы, все руководящие органы не сдадут зачеты. Вот по знаку. У меня складывается однозначное впечатление, что там практически безграмотные люди работают. Другого я не могу ничего сказать. Невооруженного. Геодезисты вчера ушли, рассчитали людей полностью. В этом я думаю, что от того, что его не будет, мы только выиграем. Очень хорошо. Ладно, Сосенков какой, подготовить решение по установке бетонораздаточной стрелы. Проектное решение согласовано. Тормозить. Сегодня решение. Вчера я уже сделал. А до этого поступало сегодня. Когда закончится? Через неделю уже ставят. Когда закончится?
Ну, число чуть-чуть. А что такой срок точно, неделю? Что надо сделать, чтобы быстрее сделать? 16-го. Да можно раньше. Ну, это же сейчас, мы сделаем одолжение, раньше. Ревизию распределили, сколько должен было сделать? Да ему уже все сделал. Да, ревизию в течение полного дня, после ее согласились. Так что если надо сделать? Перебирание сделать сейчас. Ну, так сделать, сколько не будет? Я на проекте все сделал, все разрисовано. Завести, поставить и монтировать. Таких подрядчиков дать команду пусть. Тогда это... Двухсуточный срок. Какой ночь? И 15 13 числа у нас будет. 15 числа установлено. Все время вообще не требуется на это на самом деле. Там единственное, добро надо машинисты и по штату специально. Три, люди уже специалисты принимали участие. Это мы выглядит. А чьи? Я обслуживаю. Ну, от Ксюхи можно? Как? Подумать. Договор с МЖ по производству работы на центральном ядре завтра. 15-е. Договор по ядру. По ядру с МЖ. До пятницы. А? До пятницы надо работать. Договор с МЖ по производству работ на центральном ядре. 15-е. 06-е. Еще нет, подписано. Ну, 15-го договор будет с МЖ? Нет. А когда будет? 25-го, не раньше. Не, это не пойдет. Почему? Подписано, ТЦ еще нет. Договор надо согласовать. А когда ты получил команду на договор? Вот когда ты будешь здесь по совещанию, получил команду на договор? Ну, это же есть с воздуха, пару недель говорит, 15 число. Ты смотришь вот эти вещи единицы. А как ты тогда можешь говорить 25-го? Ты кто такой? Нет, зрение, мне. Ты кто? Ты был здесь? Откуда появилась фамилия твоя? Меня на освещение. Ну, я сегодня. В рассылке стоит? Попрошу, чтобы он тебя откорректировал. Все 19 число. Михаил Игоревич, чем порадует вторая находка? Пока ничего. Ждем ответа от австралийцев. От кого? Австралийцев. Ну, он там, на трансе? Ну, он каждый день здесь был. Ну, от австралийцев там, ты имеешь в виду? Да. По наличию? По наличию, да. Чтобы слетать и забрать, да? Чтобы авиадоставкой сюда их привезли. Слетать и забрать запчасти, которые весят 60 килограммов, как минимум 3. Может быть, правда, они сами нам отправят сюда, мы здесь встретимся. Ну, если отправятся, отправляют, то... Ну, я имею в виду, что все равно, в моем мнении, лететь кому-то надо туда, все, все, не дадут они? Я надеюсь. Да, это очень сложно. Так. Ну, ладно, и напоминаю по этому, по регламенту подъемников Пега. Когда сможете его предоставить? В течение недели. А? В течение недели. Этой? Да. Ну давайте тогда да. 17-е, 18-е. Регламент подъемников первый. Так, телефон на монтажный горизонт. Все есть, есть. Да, где он? Он вернитесь. У тебя. Так где он находится? Ну, я всегда на горизонте, телефон со мной. Это за тобой бегает, правда? Нет, ну можно туда и вторую трубку. А, кстати, штаб строительства, да? Ну, за компьютер уже переезд не стоит. Ну, переезд штаба строительства, 14 число, ответственный Кахович Тюрин, и 14 число, дальше мы не едем никаким. Так, телефон с камерами. Какой номер? А, номер телефона, да. Давай выясним сейчас рабочий режим. Так. Слушай, с камерами нашли возможность вместо 700 тысяч, нашли за 30 тысяч рублей. Такую возможность с камерой поставить, все это не будет решать. И мы теперь, слышите меня, 7 дней не можем
провести оплату через, как это полагается. А этого нет? Ну, это понятно. Да. Все. Я уже готов там из кармана дальше. Окей, Дельников. Устранить замечание ДКС Тюрина 12.06. Замечания ДКС устранены? Как? Молчат. А где Тюрин-то? У кого какие вопросы еще есть? Павлович, есть. Можно от НЖ и от строймастера ответственных, чтобы постоянно убирали за собой центральный ядро? Я тоже постоянно привлекаю GCV сюда. Кахович об этом знает. Давайте по очереди. Гидромолот есть? Да. У меня нет, я заказываю. Да. Проблем нет, они всегда реагируют, убирают за собой станки. Пусть уберут за собой, потом будет моя очередь, я уберу. У нас с этим не было проблем никакого. Так, еще вопрос. Вопрос сегодня. Сегодня едете сюда, Московский центральный строительный надзор, состоялись 7 человек, с вами подписал. Да. Зачем у вас? И всегда готовы, как пионер. Ну и надо реагировать. Те, сколько там были 15-го числа, там бы сняться. Прописать. Встретили. Встретили, проводим тоже. Еще вопросы будут какие? Строймастер, подготовить комплект бюджета по выполнению работы исполнительной организации. Я вот в субботу 2 часа рассказывал вашему молодому человеку, который ответственный. Что он сделал за выходные, вчера будем смотреть. Хорошо. Вы отсюда? Да. А где руководители ваши? Кто это? Хоть кто? Козерог, там этот Рябцев. Рук завтра должен вернуться. Значит, мы с журналом работы ознакомьтесь. Все работы я запретил вам для наведения порядка везде. На площадке, если не знаете, как сходить, идите к соседу, посмотрите, чтобы там не свалка была, а порядок. Вот, вот. И все. Это зачетный взгляд. Я не вижу. ИТР, весь, кто у вас есть, значит, подойди ко мне, я здесь буду ждать, зачем пусть. Так что начинаю ставить двери где-то через час. Я тоже не против. Тернера просили мы дать рекомендации по количественному составу рабочих по разбивке по профессии. Михаил Мы сделали расчет по поводу количества людей на ИМ. This is the minimum. Это минимальный. And this is with a very good quality of manpower. Но при учитывая, что качество будет отличное. Such manpower should be very good quality of profession. То есть люди, которые будут работать на площадке, они должны обладать соответствующим. So with the existing condition on the other side, we need more people. Maybe 1.5. Ну, если учитывать вот ту ситуацию, которая у нас на площадке, то с нашей точки зрения даже вот эти 4
owner is not a detective here. We're not trying to catch this up on your question. But yesterday night, this is section 5. Nobody. Section 5 of Army, nobody. Всем спасибо.